Повышенный уровень ПАПА в первом скрининге означает, что инвазия трофобласта прошла успешно, ПАПА был 3 мум. В общем-то, здесь, как правило, это говорит о том, что да, скорее всего, все прошло хорошо. Иногда такие вещи бывают при так называемом ускользающем близнеце, когда, допустим, стартовало, может быть, два плодных яйца, одно плодное яйцо погибло, и поэтому вот какой-то вклад. Но в целом, в общем-то, здесь высокие цифры, более высокие цифры ПАПА обычно не ассоциированы с какими-то проблемами, поэтому в целом здесь причин для беспокойства я не вижу. Если все остальные показатели хорошие, ХГЧ в пределах нормальных значений, то, в принципе, я думаю, что это нормально.